Наш профессиональный привет! Сегодня мы расскажем вам, как ухаживать за профессиональным сетевым триммером Wall Detailer. Приступим к обслуживанию. Сперва ножевой блок надо очистить от волос щеточкой, которая находится в комплекте. Далее откручиваем эти болты и снимаем нож. Очищаем машинку и нож внутри. Потом берем спрей для ухода за ножевыми блоками. Я взял Andy's Blade Gear Plus 7 в одном, который вы можете приобрести на нашем сайте. Открываем его и обильно ополаскиваем ножи. После этого протираем ножи одноразовым полотенцем. Ни в коем случае не используем воду. Трущиеся части ножей находятся вот здесь. Их необходимо смазывать, чем мы сейчас и займемся. Берем масло для смазки, которое входит в комплект, но я воспользуюсь большим флаконом масла от компании Wall. Смазываем вот здесь и вот здесь. Вытираем излишки одноразовым полотенцем. Прикручиваем ножи к машинке. Протираем ее. Также после каждого использования вы можете обрабатывать машинку гигиеническим спреем Wall, который вы также можете приобрести на нашем сайте. Поворачиваем машинку вот в такое положение и начинаем опрыскивать поверхность ножей. Самое главное, чтобы спрей не попал на кожух машинки и внутрь. Вот и весь уход. Если у вас остались какие-то вопросы, то мы с удовольствием ответим на них в комментариях. Также не забывайте про лайки и подписку на канал. До скорых встреч!